Добрый вечер. Сейчас я покажу вот с такого объема постельного белья, сколько получилось пыли сушильной машины. Так, вот мы вскрываем фильтр. Получается двойной фильтр. И смотрим. Всем этим при каждой стирке мы дышим. Я не знаю, откуда столько пыли берется, но это дважды постиранное белье специально. Первый раз мы постирали, когда сушки не было. Второй раз мы решили это все дело прогнать через сушку с эффектом глажки. Честно говоря, он высушил все настолько, что там, конечно, хлопчатобумажные изделия, они были немножко скомканы, но в целом на ощупь все приятно. Вот столько пыли с одного комплекта белья. Каждый раз у нас, получается, остается, то есть мы лежим на этом всем, потом дышим этим всем. Сушка полезна для нашего здоровья.